На сегодняшний день в Подмосковье появилось уже 280 государственных аптек. Их создают в рамках региональной программы развития аптечного дела. По поручению Андрея Юрьевича Воробьева мы создаем сеть государственных аптек. Тем самым мы конкурируем с частными аптеками, мы выстраиваем определенные правила игры. И самое важное, мы получаем обратную связь, взаимодействие с населением, насколько те или иные услуги удовлетворены для населения, насколько своевременно получаются препараты и спектр препаратов, которые мы предоставляем. Государственная аптека в Одинцово открылась по адресу улица Маршала Березова, дом 30Б. Ранее здесь располагался офис теперь уже ликвидированного муниципального унитарного предприятия. После ремонта помещение получило вторую жизнь. Помещение было, в принципе, в запущенном состоянии, поэтому пришлось сделать ремонт. Но мало того, что для такой аптеки он нужен специализированный ремонт с определенными сейфовыми комнатами, ну и в целом все остальные коммуникации и стены тоже нуждались в косметическом ремонте. Поэтому эту работу за 4 месяца провели. В новой аптеке действуют социальные программы поддержки населения. Свыше 26 тысяч жителей района имеют право получить ряд лекарственных средств на льготных условиях. Здесь аптека полного цикла представлена. От выдачи льготного лекарственного обеспечения до предоставления обычных аптечных услуг и выдачи препаратов для онкологических больных, о чем очень много говорится в прессе. Приближение этих аптек к населению, к доступности – основная задача Министерства здравоохранения. Важной особенностью нового аптечного пункта является отпуск специализированных наркотических и психотропных лекарственных средств. Подобные препараты требуются, как правило, тяжело больным людям. Людям приходилось ездить в Истинский район за такого рода препаратом. А большинство из этих людей, они тяжело больные и со сложностями, так скажем, перемещения. Но, тем не менее, приходилось ездить вот так далеко. Теперь в Одинцовском районе эта аптека появилась. Пока что аптека работает с 8 утра до 20 часов вечера. В будущем все государственные аптеки планируют перевести на круглосуточный режим работы.